Весной в пору разливов и цветения как-то по-особому воспринимаем мы чудесный мир природы. Это, наверное, происходит с каждым человеком, но особенно с теми, в ком скрыт талант художника. Какой сказочный персонаж напомнил сейчас художнику Синякову вот хотя бы этот старый корень. Революция, весна человечества – тема многих гравюр художника Леонова. Я, как весну человечества, рожденную в труде и в бою, пою мое отечество, республику мою. Весна – это пора творческих отчетов и выставок. Одна из них открыта в городе Владимире в картинной галерее Владимира Суздальского музея-заповедника. Полотна владимирских художников известны не только в области. Они экспонировались на многих выставках – республиканских, всесоюзных, зарубежных. Праздничной, весенней палитрой рассказали художники о родной стране, о ее сегодняшнем дне, о ее славной истории.